Так. Капитан полиции. Виталий Олегович. Значит, Виталий Олегович, мы похожи на дураков? Не похоже, да? А что вы бегаете? Туда-сюда, туда-сюда. А? Вы вроде с вами закончили, заявление принял. Вы с нами даже не начинали. Как не начинали? Я был у вас дома. Акт не составили? Акт, да, составил. Где? Здесь. Скажите. Пойдемте. Подождите, я с вами разговор еще не закончу. Давайте мы с вами закончим разговор. Мы вас ждем здесь очень много времени. Мы здесь приехали давно. Протокол осмотра места происшествия. Подпись Дениса Анатольевича где? Сейчас. Подпись Дениса Анатольевича где? Сотрудники полиции не уполномочены составлять. Акт. Близко не подходите, отойдите чуть подальше. Данный акт составляет лица уполномоченные составлять административный протокол. Олег Виталий Олегович, Виталий Олегович, еще разочек, давайте заново начнем разговор. Просьба, перед тем, как отвлекаться, да, от нашего разговора, вы хотя бы ставьте мне в известность, да? Не отвлекайтесь. Я хочу с вами начать и закончить разговор. Специально я его провожу под видеозапись. Я считаю, что вы сейчас себя вели крайне непрофессионально и крайне некорректно. Это заключается в том, что, прибыв на место происшествия, вы никак это не оформили. Не оформили. Я не знаю, что сейчас вы мне показали, какой документ. При нас вы ничего не оформляли. Это значит, товар, который является доказательством по административному делу, вы не приобщили путем составления соответствующего акта. Не передали на ответственное хранение, либо не изъяли его. Есть два пути. Не перебивайте. Давайте я вам выскажу. То, что касается Роспотребнадзора. Вы такие все были умные, не конкретно вы конкретно, а сотрудники полиции, когда по маскам составляли протоколы, не имея на то полномочий. А сейчас вдруг все разом говорите, да мы не составляем административные протоколы по делам о защите прав потребителей. От вас никто не просит составлять протокол административный, этим займется Роспотребнадзор. Но вы, как сотрудники полиции, обязаны зафиксировать актом осмотра место происшествия данное правонарушение. И чтобы мы, когда выйдем за порог этого магазина, чтобы нас никто не обвинил в порче имущества, там, в хищении и тому подобное, мы должны быть уверены, что вот эта вся просрочка, некачественный товар, который реализуется с нарушением соответствующих санитарных норм, там, технического регламента таможенного союза и так далее, это должно быть зафиксировано. И мы должны сфотографировать это, мы должны быть уверены, что к нам претензий не будет, понимаете? Чтобы не получилось так, что потом на нас будут возбуждать уголовные дела, прессовать нас и так далее. Ведите себя корректно и профессионально, и не надо от нас бегать. Не надо, послушайте, не надо делать из нас дурачков, когда вы берете первую попавшуюся женщину, и с нее берете объяснение, которое не участвовало вообще никак в этом процессе. Я понимаю, для вас они все одинаковые. Но вы хотя бы задайте вопрос, убедитесь, посмотрите видео, которое я вам показывал. Что-то не та женщина. С кого вы берете объяснение? Вы будьте профессиональным человеком. Владимир, вы закончили? Теперь я вас слушаю. Все, я пойду работу продолжу. Ну, вы приняли, надеюсь, замечание, и в следующий раз это будет все нормально.